Добрый день, друзья. Сегодня у нас 27 февраля. Начинаем обрезать мы уже персик. Так как погода у нас уже хорошая, тепло на улице, расскажу я вам, как обрезаю я персик. Этот персик был приобретенный на базаре. Лысый персик. Я его до этого обработал неделю назад. Сейчас я вам покажу, как я обрезаю, что мы оставляем. Вот, внизу все убираем и оставляем крону. Вот я в том году обрезал тут. Как говорится, затупил его сразу. Вот эти вот все внизу мы убираем. Хотя вот тут вот показано, что будет, наверное, персик уже. Так, сейчас. Также все сухие обрезаете. Вот внутренние, видите, сухая, тоже убираем. Можно оставить 5-6 рукавов персику. Вот это вот внутреннее, тоже ее уберем. Сейчас вам покажу. Вот смотрите, один рукав оставляем сразу. Вот этот убираем. Она, во-первых, внутрь идет. Вот. Оставляем тут, смотрим. Тут, вот тут вот будет плоды. Вот видите, вот вверх уходит. Вот тут как гуля. Обрезаем тоже. И вот так. Все, вот один рукав у нас готовый. Эту маленькую, может быть, сейчас оставим, сейчас посмотрим. Вот следующий смотрим рукав. Тут вот посередине уже мешает, видно. Убираем. Одну оставляем, это уже второй у нас рукав пошел. Вот как раз у нас почечки, вот и оставляем две. Эту убираем, эту мелкую тоже убираем. Вот другой рукав пошел, его оставляем. Пока его не тронем. Вот это внутрь тоже идет, ее убираем. И вот эту убираем. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 рукавов. Вот так. Вот такой вот персик обрезка. Эти вверх, вот тут вот вверх обязательно как затупить. Вот затупили, и потом, если что, вот тут, если пойдет где-то веточка, то это будет как рукав уходить уже влево. Также
и тут. Вот эту серединку убираем. И вот эти верхушки. Вот такой вот персик. Эту тоже серединку. Вот плюс-минус. Такая вот эта красота. Это формируем. Формируем его сразу же. Но тут и должен быть плоды. Надеемся, что я вам покажу от этого персика плоды. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайки. Такой вот ствол у меня. Всем пока-пока.